Так, здравствуйте, дорогие мои подписчики. Я в Богородицке, в Светофоре, Тульская область, защитные 10. Куриный суп, вот такой, все включено. Трапеза, дальше харчо, гороховый, скопченый, семщи, смесь для супа, все включено. Прям можно взять куриный, вот я возьму вот этот. На скорую руку прям и уха еще есть. Все по одной цене. Смотрите, 47 рублей. Вообще очень классно. Вот они. Быстренько раз приготовил, когда некогда, да? Буду готовить, вам расскажу. Обязательно. Так, что тут еще? Сейчас я положу. Это значит набор для бульона, набор для борща, 3 килограмма, 118 грамм. Вот он, цена 57 рублей 50 копеек. У нас уже в других магазинах эти наборы где-то поменьше, они там по килограмму по 80 рублей. Это я говорю по товарку. Здесь я не знаю, в Богородицке. Особенно в наших магазинах на поселке улица Трудовая. Цены невозможные во всех магазинах. Поэтому приходится покупать где подешевле. Нам, пенсионерам, нужно экономить, чтобы можно прожить целый месяц на свою пенсию. Бульон Галина Бланка, ароматик, 127 рублей. Упаковочка 70 копеек. Так, здесь, значит, что интересное. Сырники. Килограмм. Так, 147 рублей. 80 копеек. Дальше. Что здесь? Вот это. Поджарка из индейки. Есть она на этом, поджарочка. Кальмары, рагу, шампиньоны, наггетсы. Вот он, 276 рублей. Вот это поджарочка. Так, рыбы очень много. Всякой. Скумбрия. Так, есть ли скумбрия? Нет, я скумбрии не вижу. Здесь. Так, это что? Это минтай, кругом минтай, сайр, дальше сайда. Так, кому нужен, еще раз, лавровый лист, по 14 рублей привезли. Вон он, полно его в коробках. Так, мы с вами идем дальше. Кумбрия копченая, 281 рубль, 80 копеек, вот она. Мне она вообще не нравится, не знаю, какая-то она вся. Вот эта большая, смотрите, тушка. Потрошенная, без головы. Но здесь голова. А вот это, наверное, вот это 184 рубля. А вот это, наверное, дороже. Тушка потрошенная, без головы. 184 рубля вот это. Да, а это, наверное, скумбрия уже... 281. Печенье затяжное, классическое, с медом. 400 грамм, 40 рублей. Крокет. Будь здоров, с отрубями. 42,20. Ротфронт производитель. Вот такой сушеный, 900 грамм, цена 189 рублей 20 копеек, производитель Иран. Сразу видно, качество отменное. Но по сравнению вот с этим виноградом, я такую взяла и потужила. Мне не нравится. Лучше взять вот такой.
Так, что тут? Напиток кофейный. Это я показываю лучше. Ага, вот он еще. Ага, вот это. Паста шоколадная, молочная, полосатый рейс. А цены не вижу. Не могу сказать цены. Кто брал, пишите отзывы. Здесь 750 грамм. Пластик такой. Ну-ка, здесь нигде нету. Нет, это не жир. А, сейчас прошу. Так, вот такой шоколад. Ну вот и все. Спасибо вам за то, что посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Я беру его уже не первый раз. Он мне нравится. Все, счастливо всем. Всего хорошего.